Ну что ж, мы сразу же, снова же здесь же, далеко мы уходить не будем. Продолжим Томми искать сейчас, потому что это не терпится. Так, это прохождение The Last of Us 2. Как я уже думаю, все многие поняли. Мы остановились в прошлом эпизоде здесь и далеко как бы ходить не будем. Сразу же продолжим прохождение. Поиски Томми не заканчиваются, он все еще не найден. У нас 37 болтов, шурупов, гаек. Этого недостаточно. Так, ну что, мы не будем как бы медлить. И сразу же отправимся на поиски Томми. Ножницы, это полезная вещь. Потому что Томми не ждет. Можно прыгнуть? Нельзя прыгнуть. Итак. Ладно, они тут ловушек наставили. Я думаю, сами-то они сюда редко заглядывают. И на том спасибо. Как тут Томми проходил? Хороший вопрос, правильно? Кто там валяется? Бутылка. Так, я думаю, нам надо перепрыгнуть с фургона на фургон. Нет смысла, да, распыляться о том, что мы в прошлой части делали, потому что буквально она снимается сразу же, но выкладываться она будет чуть позже. Такс. Прыжок веры не случился. Опять она. Ладно, давай откроем. Я думал, перепрыгнуть надо, а? Нет, тут все просто так. А что опять она? Это она же разве? Тряпки, изолента. Сюда идти или сюда идти? Да не, не сюда. Где там моя подружаня? Дина? Тут растяжка. Как сюда попасть? А, все, вижу. Надо лечь. А где подруга? Дина! Сюда, понятное дело, растяжка. Мы не пойдем. О, это добро пожаловать в это. В тир. Так, она вот там, да, находится? Вот тут же лежит. Найс. Работает. Ага, Джоэл так делал. Отойди. Это было громко. Будь начеку. Лицо, конечно, у тебя, Элли. Пострадавший такой. Так она ползет или нет? Вообще вот, чё я на шепот перешел? Я посмотрел, как там перелазишь. Ты этого делать не хочешь. Так, ладно, давай здесь, наверное, да? Вот это где у нас? Это вот. Вот здесь где-то, да? Где-то вот так вот, да? Вот так. Ага, найс. Четко. Что это за... Ладно, Дина. Ты идешь или нет? Черт. Стой там. Лестница заминирована. Не здесь же. Почему нет? Смотри, давай так попробуем. Я чисто попробую. Оно же вот там находится. Ах ты собака, да? Специально ж так сделано, наверное. Отсюда, значит, можно. Я ж попал там. Дабл килл. Может ли я сама к нам придет? С чего вдруг?
А ты идешь там или нет? Что ты там прячешься? Опять я всю грязную работу делаю, а ты нет. Мы добрались. Надо туда попасть. Ну раз надо, так давай. Вот это поворот, да? Где моя подруга? Смотреться. Вот она. Тихо. У меня такое ощущение, как будто ты меня кинула, а? Не верю. Ты видишь вход? Да где ты, ёпта? Что? Дина? Прости, пожалуйста, если я вот как-то тебя обидел, сказал, что ты бесполезна. Не, мне было комфортнее, когда ты рядом везде ходила. Вернись, пожалуйста, сюда. Я тебя прошу. Ну что, сложно, что ли? Мне вот как-то не по себе одному ходить здесь. Везде я бегал Джоэлом и Элли. О, гаечный ключ. Ну, если что, он здесь будет ждать меня. Я знаю, где его искать. Дина, ну, что ты так близко к сердцу все воспринимаешь? Я же не хотел, я никого не хотел оскорбить, обидеть. Вот что я сделал или сказал не так? Воу! О том, что ты бесполезна. 7 деталей. Все есть, пока ничего не надо. А я надеюсь, если появится какой-то момент, что тебе надо там руку протянуть, подбросить. Ты же придешь, правильно? Ты не бросишь меня? Ты же не из таких. Или я ей сказал, стой там. Я не помню этого. Да что за обиды, а? Не, ну она не может с ней вот так разговаривать на такой интонации, и чтобы она находилась вообще хер знает где. Ух ты! Добро пожаловать, блядь. Так, тут был Томми. Давай, заходим. О, лук. А куда заходим? Я вижу трубу только. Значит, нам сюда. Труба, веревка. Совсем придурок. Да я думаю, тут одни трупы. Поэтому можно так. Не красться так, спокойно побегать. Сейчас еще карточек поищем. Документиков, писем всяких. Есть еще какие-то любовные письма? О, патроны. Нет? Ха, со зрением. Замечательно все. Так, ну звук немножечко такой напряженный пошел. Блин. Значит, где-то что? Вот, топор. Я возьму, наверное. Это должно быть потому, что красиво. Теперь явно хочу кого-то там топором. Это нормальное желание? Хочется кого-то топором ушатать. Так, встаем и бежим дальше. Вот я чувствую Томми вот прямо вот где-то здесь. Хотя Томми здесь не должно быть, по идее. Это завалено. Ну да, тут один вариант. Идти только в эту дверь. Я думал, здесь проход. Но 12 пилюль это тоже круто. Там ничего, там ничего. Слушай, а куда нам тогда идти? Элли, что скажешь? По поводу. Что ты пальцем тыкаешь? А! Ну, если бы ты еще тыкать научилась нормально, тогда да. Ты должен догадываться.
О, кошмар какой. Что за звери здесь? Живут. Твою. Это точно не Томми. Не знаю. Но это послание. Но выглядит жутко. Это случилось только что. Думаешь, они еще здесь? Надеюсь, нет. Но будь осторожна. Только что? Как ты определила? Ладно, надо осмотреться повыше. Я думаю, здесь, по крайней мере, никого нет. Либо нам об этом игра как-то намекнет, что вот это вот кто-то начинает появляться, там диалоги, еще что-то. Поэтому можно сейчас как бы побегать, не красться. Потому что нет смысла красться. Но в то же время музыка немножечко такая намекает о том, что будь готов ко всякому. Так, пройдем туда? Или пока не пойдем туда? Че бы нет, пошли. Опа. Забыл, как пролазить. Да, звук, конечно, оставляешь желать лучше. Ну а как по-другому эффект держать? Идем. Ты знаешь, куда идти? Я, например, нет. Оп, один патрон. Дорого-богато. Сейчас вернусь. Опять это граффити. Кто они такие? Не люди. Кто-то, кому тоже досталось от Вов. О! Ну, они реально больны. Я уже запутался, кто такие Вов? Кто такие ядра? Псы? Они все люди на одно лицо. Даже нельзя ничего взять. Нет. Как определить, кто враг, кто хороший? Все, кто то... Не Томми, это враги, правильно? И тут какой-то граффити. Блин, это такую надо бурную, извращенную фантазию иметь. Настолько психованным, раздраженным, злым. Не знаю, как... Ну, это бездумцам надо бы что-то такое сотворить. Да. Так, нам явно туда, да? Но прежде мы же пришли якобы отсюда. Так, ты меня позвала за тобой идти сюда. Сейф. Системник, успокойся. Сейф. Вроде нам сюда. Патроны, места нет. А тут лежало что-то. А вот оно. Два. Хорошо. 13 штук. И причем они с глушителем. Попробуем, испытаем глушитель. Наконец-таки испытаем глушитель. Потише, что ж ты так орешь-то? Я понимаю эмоции, но. По-моему, нам сюда, это куда? Тут закрыто, и нам придется идти. Черт. Ну да. Там еще один труп. Там это где, внизу? Я хочу найти Лию. Только... Я думал, Томми хочешь найти. Осторожней. Смотри под ноги. Ты идешь? Идет. Куда она денется? Обиды прошли. Тумбочка нет? Нет. Открывается. Еще три патрона. Не, круто прям. Патроны, магазин. Расширяется, пополняется. Ну а один такой нормальный файт и Али. Быстро закончится. Ваша собака. Там живой? Он спит. Как только пусть спать может. Блять, говорю, не шуми. Ты специально это делаешь? Два патрона. Ну шо?
карточка и идем за дверь. Кимимела. Ух ты. Кимимела Грин, такое же имя. Да? 80, сила 60, сторона общества защитника. Когда дом Кимимела Грин снесли жадные застройщики, она пыталась протестовать. Однако общественность оказалась глуха. Тогда разочарованная Кимимела стала изучать поведение животных в надежде превратить его в политический инструмент. Проведя бесчетные часы в лаборатории, она наконец изготовила прибор для телепатической связи со зверями. Чистый доктор Дулиттл. Теперь, вступив в общество защитников, Кимимела борется за права бездомных везде, где бездействие и жажда наживы лишают людей крова. А если злодеи отказываются ее слушать, за нее говорят верные четвероногие друзья. Да, четвероногий друг. Спит. Очень удобная поза. Так, ну шо? Вон дверь, вон экшен. Погнали! А, рановато. Рановато я тут что-то. Я думаю, сейчас будет это вот разборка какая-то. Заскриптованная сцена. Ху. Зачем? Не то оружие. Что это? Это ты на что говоришь? Блин, глушак, конечно. А, ну да, из-под бутылки, походу. Пс, иди сюда. Не-не-не, подожди, тут патроны. Возьми. Нет места. Куда? Ты куда меня звала? Не, музыка, конечно. Вот, письмо. Руи или кто это? Ру, просто Ру. До меня дошли слухи, что у шрамов, которых ты привела с берега, развязался язык. А еще мне передали, что тебя хвалил Айзек. Знаю, ты сомневаешься, но у тебя есть шанс отлично устроить свою личную жизнь. Покажи ему, что случившееся на берегу было не исключением, и будущее тебе обеспечено. Мало кто в наше время выпадает такой шанс. Я горжусь тобой, папа. Как это связано вообще? Как это, вот к чему это подвязывать, все эти письма? Дверь, блядь. Серьезно. О! 15. А, 8. Я тоже надеялся. Кстати, их так дофига в этой части. Либо я собираю все прям таки, что могу найти. Достаточное количество. Так, ну что, тут койки, да, видно, матрасы, типа, одеяло, люди там письма писали, читали, тут у них явно было это, их убежище. О. Это она. Кто это? Лия. А, Лия, да. Точно? Да. Похоже, вселенная очень хотела ее смерти. У нее ничего нет. Был? Полароидные фоточки. Дина. Вот они. Нет, погоди. Это рядом с Джексоном. Посмотри на их улыбки. Эбби и Оуэн. Да-да. Именно она убила его. Вендетта. Трое готовы, так? Трое готовы. Шестой, это второй, прием. Отряд поддержки Индии в пути. Повторяю, отряд Черт. Поддержки Индии в пути. Ага, пора валить.
Индия, это намек на Дину или что? А ты все фотки собрала? Я бы такое на твоем месте так крестики ставил на них. Я понимаю, у тебя память хорошая. Она мертва. Ты расстроилась? Мы не смогли ее допросить. Да. О, уже начинается. Да, просто представьте, она не заслужила. Она знала, что они идут его пытать. Только злая. И плевать, что она стояла рядом. Понимаю. Давай поищем укромное место. Переберем ее вещи. Так, может, сумочку захватишь? Короче, понятно. Месть поглощает тебя все больше. Мне кажется, тебе нужна только Эбби. Типа, она не спустила курок. Но она в первую очередь виновата. Так, будут ребятки сейчас возвращаться? Блин. Да-да. А вы... Так. Сколько их человек? Идите кто-нибудь кратко и доложите в штаб. Пошли. Мы будем воевать или будем сидеть? Хочу срезать веревки. Сначала надо зачистить здание. Я их в таком виде не оставлю. Ну снимешь ты их, чем им это поможет? Тут никого не шел, иди. Да? Осторожней, левее нас. Тут еще держится. Или нет? Ладно. Давай пока так пойдем. Не знаю, я вообще бы в идеале просто смылся отсюда. Есть вообще смысл с ними воевать? Я не знаю, кто вот эти люди. Это кто? Вов, Педро, какая-то организация, псы, шрамы. Слишком много. Вон там, внимание. Так может просто уйдем? Без конфликта, без драки. Конечно, хочется топор опробовать, но... Ты чё такой дерганый, а? Парень. Давай вот так вот попробуем. Так ему надо. Это есть. А мы можем просто уйти, да? Теперь. Да нет, не можем. Прыгать высоко, убьемся. Они все на одно лицо, такое ощущение. Опа, нет, далековато, мне кажется. Такая бутылка колы натянутая. Ну и там их двое, да? Давай, Дина, ты мои глаза. Я твой пистолет. Что-то без патронов было. Не, заменять не надо. Это временный глушитель, я понял. Хорошо, нужен топор. Побежали сюда. Бежит, бежит. Куда-то там целится, не пойми куда. Раз, два. Перебежали куда? Непонятно. Не видно, да, как через весь торговый центр вот это вот тело бежит. Там он не заметил. А вот тут был челик, куда он делся? Как бы вот тот, который идет спереди, это понятно. Здесь никого.
патроны я, конечно, вот это вот профуфундил. Возьмем опять глушитель. Есть же возможность. Ах! Ребят, я знаю, что вы здесь. Следующий. Они там, я видел. Опа, теперь найди меня. Раз, два, три. Да? Можешь послушать, правильно? Нет, этих не слышно нифига. Ну блин, давай заюзаем. Что у нас еще есть? Это. Ну что, кидать что ли этот молик? Снять глушитель. Или не снимать глушитель. Они там не объявились? Нет. Никаких контактов. Ой, женщина, ты прям такая четкая. Может это резко прицелиться и выстрелить? Попаду, не попаду? 1, 2, 3. Да! Живучая. Короче, 3 патрона пришлось всадить. А челик куда делся? Братан, ты без оружия что ли? Да не, что-то у тебя было. Ладно, последний остался. Давай, выезжаю за тобой. Я знаю, что ты там. Но все, а ты... Оу. Опа, манс. Опа. Да ты немного жизни меня отнял, в принципе. Пришлось все-таки вас всех перебить. Остались. Куда? Подожди, да я возьму патроны, которые это. У меня еще молоток был. Прикольно. Подожди, а кого она слышит? Я тут все собрал. Там ящик один, который я постоянно пробегаю мимо. Нормально, это нормально. Где-то была тумба какая-то, тумба, вот, которую я пробегал. Вот. Да ты издеваешься, ну что ты такое? Дина, ты где? А, ты там стоишь, окей. Погнали. Че, куда, кого? Давай, веди меня. Так, подожди. Шумите, да, позиции противника. Да ладно, ладно, я только что прочитал это все. Ты такой думаю, ну не, не, по-моему, здесь никого нет. Элли, давай! Прижмем ее! Да не, я буду бежать просто, зачем? Мы их нашли! О! Я понял, тут воевать нет смысла. Надо просто экономить патроны и бежать. Ни к чему хорошему не приведет. Нету смысла воевать. Да откуда я знаю? Стреляйте! Не, давай чигирями, 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 чигирями. Оп, 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 оп. Прямо перед нами. Дверь. Давай, сука, попал. А ты зашла или ты подругу не ждешь? Ага, все. Ладно. Выиграли время. Бежим. Нужно найти вход. Да. Ну что тут у нас? Ходоки, ползаки. Надевай маску. Там споры. Хорошо. Окей. Слушаюсь, слушаюсь.
Ну, в смысле, куда подевались? Вы же видели, как мы забежали в дверь. Бросили холодильничек, чтобы дверь не открылась с первого раза. Куда они подевались? Убежали, куда они подевались? Ну что за глупые люди? Надо двигаться. Понятно. Так. Ничего нет. Там что там? Нет, детальки, детальки. Нет, тряпочка. Ладно, можно это. Не красный, я понял. Хорошо, пошли. Надеюсь, это не тупик. Я думала, нам конец. Да уж. А что из этого у меня есть вообще? Блин, все оставил там, да? Ну давай просачиваться. Ты ж худышка, может? Портфель бы сняла. О. Кто они? Шрамы или просто нарушители? Ну шо? Режим стелс активирован. Давай в вагон. Все равно их сожрут зараженные. Давай вот здесь пересидим. Да я думаю, вы не увидите нас. Твари. Так, на всякий случай, на всякий случай. Подготовили бомбу-ловушку. Это громко. Минуточка тишины. Спокойно, спокойно. Так, там где-то щелкун. Тут человеки. А, какой план? Есть идеи, есть варианты. Сколько их человек надо посчитать? Раз, два, три. Ну, я вижу четверых. В идеале все по стелсу сделать, конечно. В идеале. Поэтому пробуем делать. Вот это сегодняшнее, да? Хорошо. Куда ты тяганул? И будем пробовать. Ха! Не заметил? Забайчил. Так, вот тот челик у нас как двигается. А его можно захватить и потом стрелять, типа через него-то. Это все шурум-бурум делать. Они так ходят странно. Типа, ладно, вместе патрулируйте или по очереди. А, их 5 даже здесь. Ладно. Пойдем сюда. А можно как Дина встать? Спасибо. Взяла, подвинула меня, короче, с места. Как ш. Хадз. Да, я очень медленно и дотошно все это делаю, но я хочу пожить. Можно, конечно, вот это вот. Сорви. Сорви голова. Включите режим. Это Джойло! Так, давай. А, ну все, ну все ладно, блядь. Нашла! Оба! Бежать! Не двигаться! А, дебил! План отвратительный был, да? У меня же нет ничего, ни топора, ни плюшки вот этой всей.
Может, надо всех сначала этих перебить? Сколько раз я умру, мне интересно вообще вот за этот эпизод. Может, щелкунов попробовать всех перебить? Сзади, за нами. Там щелкун. Ладно. Попробуем с щелкунами разобраться сначала. Они все спят, правильно? Типа на одного меньше, окей. Я думаю, автосейв прошел. Хотя бы палка есть. Теперь шлепнем того, в том углу. Слева от нас. Внимание. Да блин, подвинься, ёпта, женщина. А вот они ходят, что щелкуны не слышат их вообще? Или не только распространяется на там Элли. Что-то почесалось. Смотри, максимально тихо. Тише некуда. Тише некуда просто. Крадусь. И тем более я понял, диапазон фонарика у них не такой уж и широкий. Не так далеко они могут увидеть что-то. Так, все щелкуны женщины, потому что они все дико громко визжат. Правильно понимаю? Мужчин не встречали пока. Так, какой план дальше? Так, дальше, наверное, можно попробовать. Можно попробовать вот здесь отсюда так вылезти так. Оп, челика сюда затащить. Вот этого. Но он долго будет сюда доходить, правильно? И здесь его грохнуть. Влажные салфетки. Либо. Можно попробовать кинуть бомбу. Че, зря ее брали все-таки. И с винтовки всех. Тут никого? Да тихо, ты что-то так шумишь. Вот это вот началось. Дина. Двигаемся по плану А пока что. План А это у нас что? Захватить жертву. Хватит уже. Пошли. Где двери? Сколько он будет дергаться? Вот тут можно грохнуть. Прости, чувак, ничего личного, просто ты был первым. О, у тебя и нож был, и пистолет. Вообще шикарно. И ничего подозрительного нет, что у вас там на одного меньше в отряде стало, не? Как-то не возникает вопросов? Ну, было и не было. Я особо его не любил. Он был якорем в нашей команде. Давай, ящик пока. Займемся лутом. Самое время. Так, мойте руки хорошо. Там пусто. Оп, два патрона. Хорошо. Ля-л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 я. Оп. Так, на ту сторону добираться далековато, как по мне. Там тоже что-то есть в любом случае. Вот вы нашли место, а? Сесть вдвоем причем. Смотри, вот там вообще тебя не будет видно. Вот там спрячься за терминалом. Либо как-то это. Ну, не так же прям открыто. Вот здесь можно, например, сесть по-любому, мне кажется. Не заметят. Ко мне только не подходи. Вот там сиди, молодец. Так, а с глушителя в голову, по идее, никто ничего не заметит. Правильно? Ну, это же глушитель. Никто же... Опа, чё там? Есть кто? А, там. Блин, светит прикольно. Такая пыль летает, висит прям видно.
Но есть момент, короче, когда он выскакивает, такой, хопа, чтобы осмотреться. Можно в этот момент его и шмальнуть, в принципе. Либо вот это, когда стоит просто, вот, тоже есть момент выстрелить в него. У нас же глушитель, одна пуля в голову, и все. Тихое убийство. Это поэтому вагон уходит. Так, 5 человек, пока мы завалили только одного. Слишком много говорю, надо больше делать. Есть. Крупный такой хороший прям шот. Да наведись ты, ёпта. Ну, водка, конечно. А есть там настройки? Говорят, падал пока что. Чтобы потом посмотреть что-то. Не гуляла рука. Ну, это как бы, да, ближе к лайву все-таки. Сделано, чтобы... Ты же не можешь как робот автоматизированно навестись, сразу так выстрелить. Нет, конечно. Надо более-менее так приближенно, чтобы было хотя бы там. Или не момент опять просрал, да? Или нет? Или нет? Ой, хорошо. Ты увидел труп или услышал? Ты увидел, да, наверное? Только не кричи, братан. Скайла. Вот сучара. Следующий. Еще один остался. Один щелкун, один засранец. Все красное такое. Я хотел туда пролезть, ты. Их же было 5 человек, правильно? Я насчитал 5. Почему? Ага. А нет смысла, да, наверное? Дина вряд ли мне поможет в этом. Ладно. Попробуем так тогда. Максимально медленно. Тихо. Да нет смысла. Все, зачем? Не надо. Это вот. Я застрелил 3 и 1 зарезал. Это 4. Почему я насчитывал 5? Неправильно считал. Какие стрёмные звуки там. Еще кто-то есть, что ли? Ладно. Что у тебя было? У нее прям противогаз летел. Нет места. Все на винтовке, правильно? Да. А почему щелкуны нет? Не агрится на ней. Опа, активничала. Это для глушителя пойдет. Это да. 2 патрона. Почему не было раньше? Я же вроде брал. Так, тут вроде как все, да? Все, можно потихонечку теперь дальше выходить. Долго, очень долго это все заняло. Вот это вот шебрушание непонятное на одном месте. Ну уж извините. Как могу, так и прохожу. Стрёмно. Я боюсь. Совершить ошибку. Так, вон дверь, это выход. Валим отсюда. Дина. А... Они бы так же выходили, интересно. Быстрей! Ёпта, услышала. Что давай? Мне кажется, если бы я грохнул тех двоих... Спасибо. Слушай, я очень устала. Пойдем отсюда.
Если бы я грохнул все равно тех двоих щелкунов, мне кажется, это бы все равно прибежал, потому что он заскриптованный. Да и не было бы такой, как бы, сцены тогда. Они просто бы зашли, да, но это неинтересно. Это все не то. Так, нам надо выйти с вагона, да? То есть таблеток. Хорошо. Электричка. Ой, ну этот не встанет точно. Путь закрыт. Да там дырочка была, потому что надо туда выходить. Сюда? Как это логичное у меня, а? Подруга года просто. Пошли. Ты слышала, как они нас называли? Шрамы? Вот кто, видимо, нарисовал те рисунки. И выпотрошил тех псов. Какой-то город маньяков, честное слово. Не говори. Политически не уладится. Какого? Всех свой взгляд на жизнь, поэтому вот и не поделили. Я говорю, очень похоже на ходячие мертвецы. Там тоже было разные политические устои. Кого-то устраивало, кого-то нет, кто-то выживал, каннибалы, еще что-то. Вот. Это живое что-то или нет? Можно противогаз снять? Или просто изучить? Боже! Когда-нибудь такое видела? У топляков кислотные споры. Но по звуку не похоже на топляка. А зачем так близко подходить? С кем они дерутся, но пусть поубивают друг друга. Согласна. Так, понятно, наверх. Больше там ничего нету. У нас ждет новый вид монстра или толстый щелкун. Замена чему? Ножу? Мертвый щелкун. Лучший щелкун. Согласен. Ой, что это за звуки такие? Свистулька какая-то была. О, прямо от сейва до сейва будем ходить. Ой, так, а что можно с этим сделать? Давай вот так вот сделаем, потому что... И соберем пока все, что есть тут. Это же нормально. Дина, пообщаться не хочешь? Так. Еще один модификаторный стол. Ну, все равно деталей у нас не так много. 66. Что можно сделать? Уменьшить раскачку оружия. Оглушитель у меня здесь стоит как раз таки. Ну, давай лупанем, что ли. Это все есть. А что еще у нас из оружия есть? Что-то еще будет пятое. Ну, пока в неизвестность скидывать не хочу. Или оставлять. Давай вот устойчиво сделаем. Круть, муть, верть. Подпилила и фурык готов. Классно. Зачет. Будет вот это, нет? Так, окей. Я понял. А дальше-то куда нам идти? Перелазить бочки, что ли? Нет. Или да? А можно это? Нам туда? Нам же туда. Давай совет, ёпта. Или нам вниз надо? Какой у нас план? А, перебросить. Там еще одна лестница. Ладно. А если не перебросить? А если не перебрасываешь, то вот так, да, делаешь? Ну, давай, натяни, все, хорошо прям. Ну, я так понимаю, сойдет. Да, прыжок и туда, правильно? Оп, вниз мне не надо. Точно не надо.
Не-не-не. Удерживайте R1 и... Оп. И раз. Оп. Нормально. Так, лестница, значит, сюда закрытая дверь. А нет. Открытая дверь. Просто. Плюшки. 8 таблетосов. Хорошо, таблетки прям радуют меня в этой части. Довольно-таки большое количество. Ага, сюда вылезти можно. А, ну да, лестница как бы. Давай залезем для диалога. Она сломана. Это все, да? Я что-то ожидал большего, поэтому полез. Ладно. Сколько там у нас? Надо заканчивать, да? Дина, иди сюда. Я нашла щель. Еще один шагок! Валим отсюда! Сэл, береги! Блин! Шаркун, дай посмотрю на это. Я с тобой, с тобой! Ёп, твою мать. Твою мать. Это что-то необычное, что-то новое. Я таких никогда еще не видела. Я тоже. Это шаркун. Ну это она их так называет. Они точнее так называют. И как против него воевать? Нам же сейчас придется против него воевать, правильно? Зараженный не видит света фонарика. Да я как бы и так все прекрасно вижу, ну ладно. Нихера себе. Не, ну я явно не смогу пройти их. Именно так, по сайленсу. И зарезать я тоже вряд ли их могу. Черт, вон еще один. Ну вот и мужики подъехали, правильно? А мыслей по поводу них нету. Написано зараженный не видит свет фонарика. Давай тут пересидим. Пройдет мимо. Жопастый такой. Но у меня явно нет никаких средств, чтобы с ним сражаться. Фу. Да, выглядит, конечно, омерзительно. Так, не знаю, что там Дина придумала. Но я потихоньку буду пробираться туда. Страдалец. Классический бегун. Ого! Телепатия. Фу, телепорт. Телепатия. Телек посмотреть. Самое время, да? Нет места. Мне даже страшно здесь что-то обыскивать. Потому что, ну нахер нарваться на какую-то штуку. Походу здесь ничего и нету. А, ну ножницы есть, ладно. О, и изолента. Цыц. Цыц.
Опа! Какая у меня воительная подруга все-таки. К нам туда явно, правильно? Да думаю, да? Да, вот ворота. Сейчас еще глянем здесь. Что-то в радиусе. Так, это подойдет. Там чувака убили, правильно? Может, у него что было еще? Блин, этот очень яркий красный свет, токсичный такой. Блять, два патрона. Ты отойдешь или нет? Подошла, ушла, вот это вот суету опять наводишь, непонятно. В курсе, за тебя половина проблем. Ну что, полезное все-таки что-то есть тут, да? Так, воевать с ними я пока что-то опять все еще не горю желанием. Можно уходить. Я помню, Джоэлом в первой части бегаешь туда и сюда от этих каких-то там существ. Полегче. А, нет, шумно, ничего страшного. Внимание! Внимание! Шевелись! Давай, давай. Оп. Найс. Тупые ублюдки! Тебя не ранили? Нет, я цела. Ну хорош. Шаркуны? Так они их называли? Да. Откуда берутся эти шаркуны? Без понятия. Но твари гадкие. Все, тогда на этой гадкой ноте мы и закончим этот эпизод. Томми мы опять все еще не нашли. Блин, когда мы наконец найдем Томми? Мы встретили шрам, псов каких-то там непонятных, повешенных людей, шаркунов. А Томми все еще нет. Ну, надеюсь, все-таки в следующем эпизоде мы найдем Томми. И следующий эпизод мы будем записывать прямо сейчас же. А если понравился этот, обязательно поставь там лайк, дизлайк, комментарий, подпишись, если нравится прохождение. Конечно, бывает временами уныло, но комментарий, есть комментарий, чтобы написать, что и как, почему, что можно улучшить. И будем шаркать дальше и обыскивать все, что нам будет попадаться на пути.